Всем привет! Продолжаем наш разговор. И сегодня перед нами следующий популярный и важный вопрос. На какую же музыку можно импровизировать? Ну и на какую нельзя? И знаете, на эту тему разное говорят. Ну, к примеру, самая распространенная импровизация – это только в джазе. Я категорически не согласен. Да не согласен я. Без импровизации никакого джаза не бывает. Это верно. В этом суть жанра. А вот импровизация вне джаза – да сколько угодно. Общеизвестный факт, что среди музыкантов эпохи барокко, а это 16-18 века, никакого джаза еще даже в проекте не существует, умение импровизировать было далеко не редкостью. Фольклорные традиции разных культур, если не всех вообще, уходящие корнями в глубокую древность, содержат в себе импровизационное начало. Спросите любого фольклориста, не дадут соврать. У меня нет никаких сомнений, что музыка вообще, как искусство, как род занятий, началась как импровизация. Как именно это случилось, я реконструировать не возьмусь. Но легко можно себе представить, как наш далекий предок тренькает по высушенным жилам мамонта или дует в полую берцовую кость гигантского муравьеда, оставшегося после ужина. Тренькает и дует просто так, сам удивляясь результату, ради баловства, удовольствия. И заметьте, не по нотам. И что это, по-вашему, если не импровизация? Поэтому я считаю, что говорить об эксклюзивных правах какого-то отдельного жанра на импровизацию просто смешно. Джаз не изобрел импровизацию, велосипед в изобретении не нуждался. Все произошло задолго до этого. Все уже украдено до нас. Другое дело, что одни жанры по принципам своих конструкций более удобны для импровизатора, чем другие. И есть произведения, в которых это делать легко, само собой просится. А есть такие, в которых сложно, если вообще возможно. Попробуйте, к примеру, симпровизировать на «Пятый каприз Паганини». Вряд ли получится. Закончится тем, что вам придется сочинять продолжение к этому опусу. Ну, если рука, конечно, на такое поднимется. А это уже совсем другая история. Но в целом импровизация – это процесс воспроизведение своих музыкальных мыслей в моменте. И любой музыкальный материал, который вызывает у вас эти мысли и позволяет их одновременно воспроизвести, сыграть, является подходящей основой для импровизации. Всем пока! До скорого!